говоришь, природа, родная природа, граница плавится, да, судьба? Да. Ну, я была в Голландии как раз по обмену. Да, ко мне приехали друзья из Голландии как раз сейчас к нашей группе. И мы им показываем, что такое Россия. Слушай, ну а что ты можешь в области показывать, кроме Павловска? Ты что, ты знаешь еще? Ну, окрестности Саратова. Энгельс — это родина моих бабушки и дедушки. Балаково. А? В степи была? Не была? Коля, а был в степи? Ну, если только считать проездом. Когда первый раз услышали про драфт? Хвалынский, да. Не, ну как бы ее увидели, так сказать, на картинках или. А в основном слышали, что был, есть такая птица. Да, всегда говорили, что она очень редкая, редко встречается, краснокнижная. То есть до 16 лет дожили и ничего не видели? Мне еще 15. А ведь есть на планете сказочные края, где дно древнейшего из морей вздымается над головой на добрую сотню метров. И оттуда дух захватывает от бескрайних равнин. А реки там подобны морю, что порой не разглядеть другого берега. И ландшафты сменяют друг друга так, что глаз не успевает привыкнуть. Там в степях танцуют невиданные птицы хризантемы, а в лесах идет своя неведомая жизнь. Там можно путешествовать во времени и трогать руками древних ящеров. Там люди сегодня ищут сокровища, разгадывают тайны исчезнувших цивилизаций и спасают редких животных. Хочется попасть в такое место? Пожалуйста, это край, в котором ты живешь.